что делать, если ребенок не может слышать, говорить, ходить, понимать? Любой диагноз не приговор. Из любой ситуации есть выход. О том, где помогут родителям и малышам, поговорим в программе «Звоните доктору». В студии директор областного центра диагностики и консультирования Ксения Белоглядова. Смотрите программу «Звоните доктору» 12 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».